1000 сердце. Видишь, какая я классная, а? Это слоумо моей жизни. О, здорово. О, я тебя так... А чё ты такой бессмертный? Я не могу понять. О, нормально. А, да я сейчас возьму её. Я что-то забыла. Этот парень вошел в мое сознание, что... Что я прям даже не знаю, как назвать этого сударя-то. Сейчас, подождите секунду. Я уже почти это доделала. Конечно, не Жан-Клод Ван Дам, но уже на что-то претендуем. Ну, как бы, на самом деле, от него, наверное, не так не... О, боже мой, какой ты огромный! О, нож бандита. Нормально. А, нет, я думала, сейчас будет босс. Ах ты, козёл! Ты вообще... Бессовестная ты скотина. О, здорово. Да я сама не поняла еще, кто я. Ну, давай, хорошо. Ну, ты за что? Ну, конечно, значит, сам ты... Дали тебе 5000 листов, сказали тебе раздавать. Ты такой, не, я не пойду, вы, конечно, меня извините. Назовите два хороших количества стримера. Так, давайте, интрига. Well, now you know, and I can die. Oh, one more thing, an Estus flask. Фляга с Эстусом. А, наконец-то. Ключ от восточного крыла, второй этаж, большой ключ. А ты не мог раньше меня встретить? Я там, по-моему, материлась на всю территорию, говоря о том, что твою мать, куда я вообще приперлась, и почему я такая страшная, я такого красивого персонажа создавала. Твою мать, это не мой персонаж, я не делала такой страшный. Вы что, охренели? Что ты раньше мне не попался? Друг. А у тебя хавчика нету? О, здорово. Ну что, столкнемся? Ну, ты неплохо, ты не лох. О! Первый люли, мамки. Упорство и настойчивость. Ну, конечно. По 3 раза диалог нажать. По 15 раз на одного и того же босса свалить. Ой, это ж так классно, так классно. Хромой! Классно. Ну чё? Ту-ту-ту-ту-ту. Давай. Блин, ну ты вообще, конечно, меня просто... Ты позоришь меня перед пацанами! Давай как-то это... Давай как бы по-моему. Ой, а кто умненький? Кто не умер? Я уже, знаете, женщина ж на опыте, ролики монтирует, на YouTube заливает. У меня уже... я уже знаю, какую где песню вложить. Знаете, такая, типа, выходишь из большого зала, где такие крутые двери. И такая... Бим! Бим! Херню несу, не обращайте внимания, это как обычно. Слезы впереди. Плачь, детка, плачь! А мы не будем плакать, что у нас волосы красные, и мы классные. Но древние легенды... О, это же бабуля из третьей части, это она нам там речитативила по поводу того, что... Все херово, последний огонь! Вот это слоумо моей жизни! Он покинет прибежище нежити и отправится в страну древних повелителей. Отправится в гнездо какого-то огромного орла, где его разорвут его 3 детеныша, который один будет вытаскивать ногу, другую руку, третья и женщина. Голову. О, вон. А мы, по-моему, тут были же, да? Мы же тут были.
третьей части. Или нет? Или да? Ой, как клёво. Можете пожечь костёр будущего пола, обратить, что это не человек. Не-ми-ми. О! Я могу прокачаться. Блин, а что, а девочки? А няшки не будет в первой части? Мне некого будет пробовать мои оружия? Вау. Я сейчас тебя ударю. Я не хочу. Ты понимаешь, я тебя... Вася, я тебе ножиком помахала, потому что не надо мне. Да все, отстань. Слышь? Ой, давай одну. Что это вообще такое? И что? И ничего? Абсолютно? Давай три. И что? И ничего? А, костер. Хочу сразу быть в Very Beauty. Обратите. О, моя няшечка! Моя ляшечка! Привет! Боже мой, бежевый цвет кожи. Ух ты, попрыгунчик-то. А я вот нет, видишь? Я хочу тебя туда, а ты не туда. Ну ты понял меня, да? Кто там такой умный? Я сейчас тебе попрыгаю. Я сейчас тебя покидаю. Я сейчас тебя тварь... Я ж тебя найду. О, крысяндрии! Привет! А вы здесь не такие красивые. Ну ладно, здесь равно правда. Человечность подвезли, пацаны. Я криво это сделала, согласна. Давай еще раз попробуем. О! Класс, да? Как я научилась. Ах ты, квакозябрик такой, а? Давай еще раз. Сёма, все херня, давай сначала. Знаете ли, вот эти все туманы в голове. Береги засада. Опа! Там будет засада или нет? Давай, вставай! Ты что ж так долго-то? Я сейчас что-нибудь... Подожди, сейчас будет... Я думаю тактику. Что, все? Мусор. Я думала, чего-то мне в этой игре не хватает. А тут же есть описание предметов. Хочу почитать. Вот, Прохот и черный призрак встречается у трубов, позволяет получить одну человечность и установить много здоровья. Этот черный призрак называется... Это типа угля в третьей части, я так понимаю, да? Этот человек, этот черный призрак называется человечностью, но о его природе почти ничего не известно. Если душа является источником любой жизни, в чем суть человечности, которая отличает нас? А. Как я круто сделала это, да? А, нет, тут можно сюда, я так понимаю, прыгнуть, да? О, нет! Черт! О, здорово! Да ему похер. Да я тебя вообще первый раз вижу. Это ты от меня держишься подальше. Ту-ту-ту. Куда-то, короче, я опять списалась, пацаны. Чё, выучить жест? Не знаю. Да хрену узнает. А, за родину! Нет! О, чё, сука, я была прям на грани, понимаешь? Пошла ты в жопу. Я пошла выполнять миссию невыполнимо. Это что такое было вообще? Это почему это мне это как-то это... Фух, прям. И у меня к тебе другой охеренный вопрос. А как мы отсюда выбираться будем, барышня? Душ-то мы забрали. Или мы как, мы тут и останемся? Мы будем протестовать против жестокости Dark Souls для того, чтобы были люди, которые смогут нас спасти? Ну, понятно, на самом деле, как это делать. Негодник! Fuck you! Знаешь, что я считаю по поводу твоих правок в данном документе? Fuck you, начальник. Fuck you тебя и fuck you твою старшую секретаршу, которой вообще, мне кажется, мужика не было уже 10 лет. Fuck you тебя и fuck you секретаршу. Вот что я могу сказать.
У нас впереди еще много чего интересного. Твою мать. А мы закружимся в танце. А мы закружимся в страстном. Еще у меня был напарник, который говорил: Леха, можно клавиатуру нерабочую сломаю об колено? И я говорил ему: конечно можно, Тимур, хуякс. Ты такой, я эксхизима за мой французский. И я на всю территорию. Ну это нормально. Японский ты городовой. Вы посмотрите на этого неживого-то. Здорово. Похоже, ты понимаешь, что к чему. Я вообще всегда в курсе всех дел. Есть чего ты не можешь. Я пока не могу решать алгебраические уравнения, рассчитывающие уровни диаметральных вселенных в разных плоскостях, в которых мы живем. Ключ от жилища. Шкатулка, сабля. Крапира, топор, дубина, копье, короткий лук, плетки, щит. Нет, знаете, на самом деле я могу сказать, что... Все ебнулось. Только что. И понятно, что я делаю какие-то вещи тут на расслабоне, не могу, ну даже то же самое слово расслабон вам сказать, а не уподобляться великосветской в беседе, которую буду обсуждать, что читала вчера материалы про Жанну Д'Арк, и мне так поразил тот момент, что женщина за 2 года завоевала всю страну и покорила ее своей любовью, но в итоге так несчастно погибла, ну и вся остальная херня. Чё, давай. День 7, разговоры по душам играть почти начали. А? Поцки разобраться не... Нет, да я первый ею свалю, нет, я первый ею свалю, нет, я ее захерачу, нет, я ее захерачу. Слышь, ты, козел, ты как меня назвал вообще? Я вот интересно, это не тот момент, где женщина решит вопросы мужиков? Ну, тот вопрос, да. Пиночек. Милочек. Просто проверила. Мне сейчас парень, короче, написал на Гудгейме: нифига ты мечта задрота. Блин, спасибо, Джаст. Правда, это клевый комплимент. Я прям поржала. Ой, классно быть чьей-то, наверное, мечтой. Пацаны, я, короче, негодую. Заблудилась мамка. Не поймёт она. Чё к чему? А, я вас вижу, чувачки. I'm coming for you. Кастрелла. Я прям обожаю своих людей, которые меня смотрят. Вы смотрите, даже я, если я смотрю на какую-нибудь херню. Форчат, конечно, говорят, что говно, но смотрят. Молодцы. Ну, вам придется, вы ж меня любите. Ай, да, сундук. Классно. Редкая сосновая смола излучает золотистые искры, заряжает оружие молниями. Благодаря этому оно становится эффективным против целей, невосприимчивых к магии и огню, например, драконов. Ага, значит, против драконов можно эту штуку использовать. Это тонкий намек на то, что драконы будут. А их же всех ногой Сит завалил. Я вообще дракона не вижу. Видите дракона? Ногой Сит, сам дракон. Ну вот, я имею в виду, что остался, получается... Только он? Ну да, получается, что остался ногой Сит, и единственный, кому нам нужно будет здесь надрать задницу, так это будет ногой Сит, я так понимаю! Вот узкие территории, и моя неповоротливая женщина, и все. И там еще какой-то козел. Так красиво стоят, им так не хочется мешать, они прям такие няшечки, блять, ёбаная доска мешала. Ага, получай, фашист, гранату. Ах, там еще кто-то меня подстреливает, да? Кто-то себя ведет без... Ах ты там, будет ешь прям... Сейчас я тебе приду, подожди, сейчас тебе устрою. Амара Кумамамба. Ты что, меня поймешь вообще? Что в этой жизни нужно быть другим? Ёб твою... Я вообще без претензий. Чувак, ты классный. Я вижу. Спасибо за подписку, ребята, спасибо. Господи, прости!
Я ошиблась! Я хотела спросить, сяда из библиотеки, которая находится по улице Ленина 24. О боже, я уже ее вспомнила! Ты что, мне попляшешь? О, не-не-не, передумала. Нихера не передумала. Ты что думаешь, а? Тебе нихера не поможет, да? Ты классный. Блин, подруга, ну блин, ну я порешительню. Надо от него валить куда-нибудь. Сука какой, а? Да ладно, ну прям остался один удар ему. Так нечестно, я, блин, все бомбочки потратила на тебя, козел ты и вонючий просто. Как я тебя терпеть буду? Козел! А? Ништяк. А, бетон классный у вас здесь. Мы с вами неправильно знакомимся, ребят. Надо по-другому начинать. Нужно, вот как бы я иду, взяли нахер и отошли оттуда. Ну что за безобразие, вы что не видите, что ли? Мама пришла. Блинчиков принесла. Какой нахер Рестус, ты что, попутал? Не уступите мне место, я хер вам блинчики дам. Я, конечно, надеюсь, что вы меня любую любить будете, да? Меня не за то, что я худая, любите. Много других качеств. Я шутить иногда умею. Я игры иногда прохожу нормально, а иногда ненормально, но это не важно. Все равно меня любить должны, да? Да, мы любим тебя любой, но толстый не возвращайся. Скажи 1000! Ты скажи 300! Не, подожди, пока не говори. Это не смешно. Я не буду с тобой драться. Блять, ладно, буду. Все, все, буду. Ух ты, вот я с ним подерусь лучше. Выгребает от мамы. Ой. Засветило меня, светило. Сорян. Я же еще свет тут никак не настроил. У меня тут все атмосфера, атмосфера туда-сюда, как бы сами понимаете. Алкоголь. Нет, я ж не пью, мальчики. Я только это могу, конечно, согрешить себя пивандрием, когда хочется расслабиться. А так я не пью. Я ж по спорту. Я ж бегаю. Гифка стояла, да? Блин, кто-то заценил мои гифки! Сейчас подождите, я заплачу, потому что наконец-то это произошло! Я их делала! Я помню целые сутки, реально, я могу сказать честно, признаться в том, что не признаюсь, наверное, ни один в стриме, потому что все классные. Я просто, когда начала заниматься каналом, я решила, что я охерела, потому что ты столько мелочей, которыми ты начинаешь заморачиваться, что твою мать, нахер тебе это нужно в какой-то момент, ты себе говоришь, но потом понимаешь, что у тебя классные люди, и как бы, ты ради них стараешься, но реально это просто писец, я не знаю, если я вторую работу нашла, можно сказать, потому что это все сделано ручную, это все сделано мной. Вот, потому что, как бы, да, это все, как, когда ты, просто мне действительно начало это нравиться, мне действительно начало нравиться там и стримить, и делать какие-то ролики на YouTube и все остальное, я понимаю, что нужно не просто тупо что-то, да, сделать, там, какую-то картинку поставить, или еще какое-то дерьмище, а реально заморачиваться для людей, которые тебя смотрят. Я могу сказать больше, а те люди, которые меня смотрят до конца, то есть не в пизду, когда я последнего босса убиваю, я говорю всегда в конце спасибо людям, уже тем, кто подписался, потому что я считаю, что нужно не сидеть в конце ролика и клянчить, ой, подпишитесь на меня, я такой классный, а говорить реально спасибо тем людям, кто уже на тебя подписан и кто уже тебя выбрал, кто уже тебя смотрит. Вот кого нужно благодарить за все, за комментарии, за лайки и за все остальное. Я считаю, что вот настоящее уважение к своим людям. И... это было слишком сильно. Ой, вот. Просто
Это прям... Вот. И как бы всегда круто стараться чисто для своих людей, потому что делать что-то прикольное, да, может быть, и не делаю это там супер-мега круто, но, блин, вот если мне пришла в голову, твою мать, давайте сделаем, так давай замутим охрененную заставку для стрима, допустим, того же самого Dark Souls 1, но те, кто прям смотрел начало стрима, понимают, о чем я говорю. Ты как бы берешь ее и делаешь. И похер вообще. На меня только что. Потому что меня сейчас убьют, мне кажется. Ага, здесь меня кидают. Так, а у меня я же их собираю. О! Пацанчик на своей волне. Клевое место. Я уже тут как в который раз умираю. Надо как-то это... Заразы. Как это на человечности? Ну да. Ты тупая, у тебя человечности нет. Ща будет! Оп-оп-оп! Так. Свалил! Богиня идет! Человечность обретать. Юльчатая, открою личико. Нет. Я тебя сейчас попью, Эстуса. Эстус в этом городе пью только я. А что, можно замочить торговца, получить катану? Я сейчас пойду торговца завалю. Я вам больше могу сказать. А-а-а. Камон, чикиризи, могу еще сказать. За катану. За... А, блин, она же у меня была в третьей части, круто. А... Ну все, грешница за тобой же едет. А! Дай мне пройти, а что тут у тебя? Ой! Спасибо! Вы меня зажали, да? Просто я такую армию поклонников я еще не видала, пацаны. Ну прям, да вы посмотрите, сколько вас, и я одна. Классно. О! Так. О! Да накай... Просто в самом честном бою я тебя завалила. Даже бомбочки мне не нужны. Мать его Иси, и Иси его мамочка. Жучок! Жучок! Нужно всегда общаться с человеком ровно так, как, во-первых, как будто бы он находится перед тобой, перед твоим лицом. И второе, как будто бы рядом находятся его родители. Япона дрона мать, а у меня ни Эстуса, ни хрен Эстуса, ничего остального нет, и нахрен я себе приключения на жопу-то нашла. Ух ты, какой классный. Не, ну нужно его попробовать. Нихера себе, я его попробовала. Вам тоже тэпок здоровья. Но еще попробую. Тень моя. Блин, капец. Блин, стрёмно. Конечно, они тут все за мной. Я не... Так, мужчины, в очередь. Я вот так вот свое сердце всем, кому попало, не раздаю. Открываем дверь. Чё, куда? Вниз! Вниз! Быстрее! Тут костер где-то должен быть, господи! Нет? Да хрен вам там. Всё, пойду. Не, не туда. А куда? Сюда? А куда я зашла? Приперлась я на голову. Не можешь? И он вообще рассказывал о том, да хрен себе. Так, и что у нас здесь? Ничего, что меня еще там... Привет! Демон тебе... А демон новым будет? О, мэн! О, мэн!
кто меня стреляет, я не пойму. Почему он меня стреляет? Я ему могу на голову спуститься. Допустим. Но если я еще рукожопить не буду, то возможно смогу.